Всем привет! Все, отработала я. Мои кофты все валяют с кофт. Курток, дождевики, и жилетки, и теплые кофты, и что только нет. Вот что надо, все у меня есть. А хорошо, футболки. У нас теплый день, 1 ноября, у нас теплый прям. Я в футболке. Все, приехала к зубному. У меня аппойнтмент через 30 минут, 3 часа ровно. Взяла уже все, сегодня оформила себе два. Ой, спустилась. Я думаю, у меня давление упало. Два дня, короче, взяла себе выходные, не хотела брать. Тут возьму. У меня сейчас заказ, кстати, еще поступили. Мне в пятницу надо везти. Думаю, я спокойно сейчас сделаю. Все равно заплачу. Первый раз в жизни в Америке не больничный. Мне не было, по-моему. Никогда не брала. Может, ты работала до этого. Я не брала. Вот. Так что взяла два дня. Был здесь вряд ли. Ну, ладно. Сейчас повыдерую свои вот эти кривенькие, вот эти пэти. Как щетки. А, кстати, у меня муж тоже сюда ходит. Так-то у него военная. У них в госпитале тоже есть зубной. Но когда ковид начался, там совсем, вот как раньше, это не отдельный кабинет был, вот каждый пациент в отдельный кабинет, военный госпиталь, там большая комната, вот так же, как вот все там делают, вот огромная комната, просто перегородки вот такие, а зубной даже перегородок не было, такие шторки, даже как у нас на работе, и это, и, а что, зубы? А там же все летит, вот там чистят. И, короче, они не стали принимать всех вместе, а по одному пациенту, а народ-то много. И они распределили еще по городским больницам, раскидали. И вот моему досталась вот эта клиника. И клиника, кстати, очень хорошая она у нас. Что такое? Ой, только давление упало. Ой, спать прям хочу. Это... Ну вот, и ему дали в эту больницу, а у него зуб один, шатается. И они ему говорят, а работает одна молодежь, хозяин молодой, не совсем молодой, но такие инициативные. Это офис обалденный, все новейшее, все, вообще здание новое они здесь выстроили. И они говорят, они сейчас изобретают, ну не они прямо, а вообще здесь в Америке, такое оборудование какое-то, я точно не поняла, какое-то оборудование, средство, вот, например, у тебя зубы качаются, и тебе будут, не надо будет его выдергивать, они его восстановят, и он уже, у тебя, ты его не потеряешь. Прям, говорит, уж такие сильные зубы, которые прям будут очень качаться, это все обратно не его поставить на место, как бы такое что-то сделают. Потому что мой говорит, ну я что буду ждать, когда этого изобретете. Не знаю, что будет делать с своим зубом. Так, ну вот. В общем, короче, сейчас пойду выдеру свой зуб. Свои зубы. Хочу. Я не знаю. Я, конечно, постараюсь показать вам, какая я буду чьи-то Маргариты. Я буду вообще ужасная. Потому что мне сразу и выдерут, и сразу ставят импланты. Ну, только еще вовнутрь. Чтобы они прижились. Это долгий период, когда они приживаются. Мне временно что-то поставят. Ну, сейчас поставят. Я же не буду без зуба ходить. Чавкать. Сбегать своим пустым ртом. А мне временно что-то поставят. Ну, что-то зубы какие-то. И мне нельзя будет 2 недели жевать, только мягкая еда, пить и жевать. Там пюре всякое пюрированное. Я вот тоже потихонечку там начала себе кое-что готовить. И в основном, да что такое, блин! Ой, какой кошмар! Это, в основном я, кстати, когда редко доела, яблочный пюре у нас здесь продают. Во вкуснятина я еще в органической брала, в Whole Foods. Ой, вкуснятина. Вот будет пюре, думаю, кашки манны буду варить, тебе кашки такие. Но через трубочку нельзя пить тоже, кстати. Нельзя так.
чтобы кровь не пошла. Фиг знает. В общем, нельзя трубочки, не, через трубочку пить, только так пить и есть. Так и буду я. Потом что еще? Так, насчет давления. Короче, я говорила, у меня давление 2 дня было высокое, а вчера уже на ночь выпила, я пошла. Сообщение какое-то пришло. Перед тем, как подняться спать, я даже рано поднялась, наверное, еще 8 часов. Пошла, думаю, пойду полежу, лучше почитаю и усну пораньше. Что смотрю? Ба, что такое? Ба, что такое? Я еще не пойму, когда такого не бывает. И у меня давление было 113-68. Я только пришла, спальню поднялась, через 5 минут я уже iPad свой отложила и уснула. У меня уже так слабо. И сегодня прям что-то... А утром не успела. Не, потому что чуть пораньше надо было на работу, не успела это измерить давление свое. Еще сейчас будет чуть понижу. Может, мне не надо, а мне надолго назначили. Может, не надолго пить. Ну, посмотрю. Посмотрю. Ну, сейчас с зубами закончено. Займусь своими глазами. Глазами. Ну, я операцию делать не буду, ничего не буду. А, хочу какие-нибудь себе. Зрение само проверить, потому что покупаю очки. Так. На бум. Номер. А чувствую это. Зрение-то теряю. А, хочу прям проверить капитально. И красивые очки себе купить. Я не хочу ни линзы, ничего. Пусть буду очкариком. Мне нравится. Солидная женщина в очках. Так, посмотрю. Так, сейчас еще ест. Ну, я обязательно сейчас как-то выдергиваю свои клыки. Повыдергиваем. А мне же надо будет заехать за лекарство в аптеку. Я обязательно вам покажу, какая такая красавица, такая чумовая. И покажу вам, сколько я заплачу. Я сама даже не знаю, потому что у меня 2 страховки. Какой у меня будет бил счет вот за работу. И сколько я сейчас заплачу, как мне покроет страховка, какую сумму по-любому мне надо будет платить. Посмотрю, сколько мне еще остаток будет конечный. И думаю, уже до Нового года вряд ли успею. Но надеюсь, я к моему отпуску, когда у меня в отпуске будет выходной. Это отпуск. У нас будет в феврале отпуск, школьные каникулы. Надеюсь, может быть, с красивыми зубами. А то это... Деформируются губы, такая улыбка какая-то нет хорошей. Хорошую улыбки нет. Хочу улыбаться. Так, ой, ну ладно. Пойду. Обязательно покажу вам счет. Надеюсь, я буду в состоянии. Мне еще ехать. Мне мой такой. Свет, хочешь, я тебя встречу? А что ты встречишь-то? Ты на своей машине, я на своей. Кто мою машину-то везти будет? Прям доеду мне здесь. Минут 15 ехать до дома. Нормально. Так, ну ладно. Ждите мой билл. Нет, не пока. Ждите. Вот что хочу показать. Вот такой у нас это наша больница зубная. Стоит отдельным зданием. Парковочки много. Напротив Walmart'а. Напротив Walmart. Здесь очень много ресторанов. Вот здесь вот заправочка. Вот моя машина. Я сегодня на черной своей. Ну ладно, все, пошла. Привет, ребята. Так, только что... Слышите? Шушу. Все, отошла у меня немножко отечка. Еще говорить не могу нормально. Это не временные поставили. О, сегодня утром встала. У меня лицо такое, как будто я делала пластическую операцию. Вот я везде вот это вот убрала, вот эту висюльку. У меня вот такая рожа была. Я фотографию даже доктору отправила утром. Это такая рожа, простулась. Вот что, как барсук, как будто мне здесь как семена складывают, а мыши всякие. Это я такая была. А, отличная идея, что я взяла 2 выходных. Потому что ужас. Вчера на ночь выпила снотворное. Ой, так говорю, так прикольно, блин, противно. А... Весь процесс занял 2 часа. Я уже не могла даже снимать, потому что мне еще пришлось заехать в аптеку, взять... А, почему только надо пить
два дня. Я шесть таблеток мне дали, три раза в день на два дня. Так просто говорю, не могу. Шевелю. Это мешать мне еще карту. Ем только пюрешки всякие, он сижу, пью клюквенный сок. Ну, план с водой развела, потому что не люблю слишком концентрировать. С водой. Лед со льдом и льдом. Лед уже растаял, как всегда. Все растает у меня лед. Короче, заплатил я 3500, а должна была заплатить 9. Около 9 там еще каких-то копеек не хватало. С одной страховки за меня 3500. Хорошо. Сократил это. Сохранил денежки. Уже у меня, короче, шло, наверное. Ну, я теперь могу в это, в налоги вкладывать. Это покрывает, как бы в налоги можно вкладывать. Так что, ничего, все терпимо. Терпимо. Еще, кстати, вот это вот место, у меня губы. Сейчас какие-то кого-то синие. Такая синявка. Такая... Вот это вот место. До сюда прям, наверное. А еще немота такая есть, как бы онемение есть. Но я постоянно это, лед прикладываю. Ладно, синяков нет. Синяков, потому что он мне говорит, я, может быть, и вот такое лицо, и еще все синее. Думаю, ну ладно, ладно такое, лишь бы синяков не было. Ну, вроде нет. Постоянно со льдом хожу. Вот так вот. Ну, вот так вот. Ну, в общем, все. Почти все сделал. Не знаю, через 2 недели пойду, проверю. Надеюсь, не будет инфекции, как у меня наверху был. У меня инфекция была даже. Но я тогда больше взяла таблеток. Этот раз что-то вообще мало дали. Ну, ладно. Не буду вас заставлять слушать мои шепляния. Да, еще забыла сказать. Я ведь не просто лежу. Я сейчас на кухне работаю, готовлю начинки, потому что у меня заказы большие на пятницу. Сейчас еще буду готовить уже фарш, мясо нарезала на фарш, пюре уже для картошки, картофельный сварила, на капусту отварила на голубцы. Сейчас капусту потушу, торт у меня готов, так что я сейчас полработы сегодня сделаю заготовки, а завтра уже буду ляпать. Так что я даже пользуюсь моментом больничными часами, работаю. Ну ладно, пока.